На полях уже несколько дней как затишье, а это, по сути, продолжение уборочной кампании. Теперь под крышей аграрии наполняют овощехранилище. Сначала, естественно, картофелем, в основном сорта белорусской селекции. Перебрать, просушить и аккуратно сложить. Работа тоже почти ювелирная. Такую, конечно, надо отбросить, потому что это резаная. Такая вот она тоже бракованная. Но в основном картошечка одна в одну, вот красавица. Видите? И вкусная очень. Трудятся без выходных, продукция с полей в итоге поступает в специально оборудованные хранилища. Это площади крупных агропредприятий. Впереди так называемое межсезонье. Создание региональных стабилизационных фондов позволит бесперебойно, буквально до лета, обеспечивать свежими овощами социальные учреждения и торговые сети. Урожай довольно-таки неплохой, даже на уровне европейских стран. Получить 55 тонн, 60 тонн с гектара лука – это уровень, в принципе, почти то же самое Голландии. Продукция, которая у нас есть, это борщевой набор, в первую очередь, это капуста, морковка, свекла. И лук вполне достаточно будет употреблять в течение всей зимы. Современное овощехранилище – это большие холодильные камеры. Они заполнены под завязку. Внутри необходимый микроклимат, работают датчики влажности и температуры. В таких условиях овощи точно не испортятся до следующего урожая. Например, капусту хранить нужно там при единице. Яблоко, каждый сорт по отдельности хранится. И 2, и 3, и 4. От того, долежит ли то же яблоко, к примеру, до февраля, будут зависеть и цены. Весной, когда у основных производителей заканчивается продукция, а магазины начинают предлагать импортное, стабфонды открывают доступ к запасам и тем самым помогают регулировать ситуацию на рынке. Когда у нас дефицит образуется, соответственно, бывают достаточно такие значительные изменения цены. Когда у нас имеется необходимый объем продукции, то, соответственно, нет такого ажиотажного спроса, обеспечивается, соответственно, не так резко изменяется цена. Если сейчас картофель у производителя стоит в среднем 50 копеек за килограмм, то зимой он подорожает примерно на треть, не больше. Окончательно стабилизационные фонды сформируют к середине ноября. Излишки продадут за рубеж. С этого года гомельские овощи активно покупают украинские регионы. Максим Вечерков, Владимир Петенев. Наши новости. Гомельская область.